two trucks. For me and the red truck behind the white one. Okay. There's another third truck, the red one. I want to pay for me and for him. The 18-wheeler? Yeah, the red one, not the white one. But right. There's another one red after the white. Okay. So for two trucks. I'll call them and let them know. Okay. So just let the red guy in. Yeah. Okay. I'll let him know. Okay, thank you. $28 за парковку и за то, чтобы это зайти в трак. Ну, потому что мы на траках. На машинах легковые $2 всего парковка стоит. To the red truck. Yeah, and then you can guys stay here, but Alex, say hi. Amigos. Scott, say hi. Good morning. Запарковали своих зверей. Идем смотреть американский. It's a Chrysler, right? Chrysler? Right. What do you call them? Смотрите, какой этот пропеллер. Small blade, huh? Yeah. Very small. Я думаю, это с него сняли как раз этот. В общем, американский крейсер, на котором снимался фильм. Там не один фильм, там несколько фильмов снималось. Мы сейчас зайдем, там фильмы все есть, которые снимались на этом корабле. Один из них Стивен Сигал играл. «Команда» или как-то, я не помню, как назывался фильм. Но сейчас, в общем, зайдем, посмотрим. Смотрите, какой крейсер громадный. Пойдем сейчас посмотрим его. Внутри. Такой рэмп тут залили. Aircraft Pavilion. Мы что, зайдем там воздушный? О, эти самолеты, в общем. Это вещь. Your toes are. Yeah, I need to look where I'm going. It used to be dry here. Раньше здесь воды не было вообще, здесь, да? Что-то налили, а то он на суше стоял. Массивная штучка. Я здесь последний раз был 14 лет назад. В 2002 году. 20-миллиметровый. Nice floor, it's so solid and good. Wow. Ничего не видно. Oh yeah, actually you can see it, but... Can you? Yeah, very hard. Man! How they was fighting. Вообще еле-еле видно. Вот это машинки тут. Конкретный магазинчик. What is this for? Чё? Сюда. Reset and turn it. О, ну-ка, я тоже хочу сесть. И далее, мужики, смотрите. Садишься сюда. О, бой. Ничего себе. А тут какая-то ручка была. О, это на этот, на цел, прикиньте. This is the... Вау, вот это прицел. Раз, настроил. Чик. Леха, видал прицел какой? Да.
сказал, watch out, they're gonna shoot. Вообще, мужики, вот это война. Дело опасное. О, эта сидушечка еще и ворочается. Прикольно. Все тут за это заклеено. Так. Это мемориал этого корабля. Вау. А, это как они его сюда затаскивали, наверное. Как строили его. Сварка. You look how they welding. Look, one, and then second beat, then two, and one big one. Wow. Закручивали. Или что это они там? А, приваривали. Вау. Знаете, какая моделька шикарная. Yeah, that's true. Такой низкий потолок. Dude, this is huge. Yeah. Man, снарядик. О, винтовка. Еще снаряд. Бля, боеголовка накручивается, или что это? It's a gun detector, is what that is out there. Gun detector? Yeah, Mark 51 gun detector. Do not touch, I'm sorry. Wow. Wow, ничего себе, ты тут плечи сюда подставляешь, да? What is this? Oh, that's the put after, they put the... And they float in them, is that what they are? No, this is a... I think they put behind the... They're the propellant charge, firing charges. Yeah, so they put the fire, you know, the bullet or whatever they call them, and then they put this thing, right? Pads. Or something like that. Yeah. Why? Okay, we need to find the kitchen. Oh, there you go. This is the one I'm talking about. What the films that were filmed. This is Steven Seagal. Oh, Under Siege, yeah, there it is. And this is the... Вот это фильмы, которые снимались на этом корабле. И вот он этот, Under Seagal. Siege, right? Siege, how you pronounce? Siege? Under Siege. Я думаю, все смотрели этот фильм, помнят. Сейчас пойдем найдем ту эту кухню, где они снимали фильм. I know. Compared to what it used to be, huh? Yeah. Такие модельки шикарные, yes, просто обалдеть. Yeah. 1864. Wow. I'm wondering what year is this shit. Уже такое ржавенький. Да, let's go. А где кухня? Я хочу кухню ту посмотреть, где фильм был. Ой-ой-ой, это модельки каждого, которые эти есть крейсеры, это разные. Капец. 50 cents. Вау, wow, used to be a paper 50 cents, 50 центов бумажные. Dollar didn't change much. Dollar. Кухня, да? Wow, that's nice, вот это моделька, без комментариев, как говорится, обалдеть. I'm wondering how much this will cost to buy one of this, probably like $15,000. Смотрите, какие, ух ты, какой ветер, кондиционер. Ой-ой-ой, вот чем люди воевали, да? Да, тут найс, а? Кондиционер. Watch out for those plates. Dude. I just pulled out. Stumble.
Земля в иллюминаторе, океан в иллюминаторе. I've seen this because I've been over this bridge because when you do oversize, they bring you up around, bring you across this way, and then you get on again down here. Ah. So yeah. So you've seen it from from the road. There. From the road, yeah. Yeah. Плиты металлические приваренные, спотыкаются. Why they have them for? I guess it's like maybe support. Sliding. Watch your step. Let's go down. Let's go down, down. Or let me see some one more thing real quick. Это каюты. Wow. Nice. It looks like a cell in prison, you know? Yeah. Похоже, как это, как она, тюремная камера, такая маленькая. Круто, круто вообще так, да? Обалдеть. Прикинь, люди здесь просто месяцами жили. Капец. Насколько все это интересно. That's where they kept the bullets. Yeah, all the ammo. Заряда день держали. Лебедка. Ух ты. Че, идем? Я, пошли вниз. Че тебе надо? No. Restroom in here, but that wasn't a restroom. Так, пойдем вниз. Вот это лестница. And they're supposed to... Look at this. And they have to run, huh? They don't walk here, they're running. Бегали, получается. Знаете, как прикольно все это. Вообще так интересно. Да, ну это акваланг старинного образца. Стены. Это само уже дно получается. Ну, как бы бочина. Так, прикольно, такие туннельчики. Очень интересно, эй. Какая-то каптюрочка, тут тоже что-то хранили. Оп, сори. Радистки, наверное, передавали что-то. Обалдеть. Вообще ничего не могу вспомнить. Все-таки 14 лет большой срок. Я последний раз все это видел. О, пули, смотрите. Здесь хранили какую-то часть патрона. Кроватка тоже здесь. Let's go more down. What is this? This is like their conference room or something, or play room. Что-то конференция на каком-то, может, или что-то, не знаю. Officers mess? What's mess? Scott, what's mess? M-E-S-S. Like, warn officers mess. I think that's where some of the officers eat, on mess. What? Like a hall, like where they can join and have like a hall. Yeah, so basically like a conference room, some kind of type of thing. For probably the uppers. В общем, комната там, где они кушают, такое. Radio Central Engine Room Main. В общем, здесь. If you're too tall, it would be sucks for you. Для высоких здесь тяжеловато, я думаю. А здесь уже комната управления. Вау. Обалдеть. Просто капец. Все так темно.
12 человек, получается, в одном месте работают, которые отправляют. Вообще обалдеть, ребята. Такое чувство прям аж... Представляете, здесь месяцами находиться. К сожалению, камера не ловит. Но здесь достаточно для глаз света. Камера просто не воспринимает. Очень интересно. Тут такой запах, знаете, ребят, вот, кто немножко хоть занимался, ну, какой-то электроникой, да? И вот такой вот запах. Вот это вот что-то старинное такое, знаете, и такой вот запах вот проводов или чего-то такое непонятное. Ну, реально навеивает что-то такое историческое. Всякие эти переключатели, чего только нет. Смотрите, сколько здесь проводов. И это старючий этот, очень старый корабль. А представьте себе новый, насколько он напичканный. А это где они хранили снаряды. Вау. Какая-то больничка или лаборатория. Listen, there's a... There's the ammo. Huh? That's metal, Arden. Oh, wow. Oh, wow, that's pretty heavy. Yeah. And you have to carry it inside? Now, probably if you're... If they're fighting, right? Yeah. Да, это, наверное, медпункт. Это чисто. Ну-ка, Лёха. They even have a surgery room in here. It's surgery room? Oh, surgery. Yeah. Wow. Yeah. If something happens to a person or something, and then they bring him out here to deal with. Слышь, Лёха, ну-ка, засними меня. Well, this is all the infirmary. They don't have any signs, so I can get in there, right? Yep. I'm gonna grab a bat and hit you. Not while you look at us. Ребята, вот очень удобный, очень мягкий матрас, очень мягкий. The only thing I don't think so they had this plastic on top. Right. I think they just put it right now. But my grandfather, I still have his mattress from World War II on one of these ships, and it was a cloth stuffed with feathers. So oh, it's so it was a feather stuff one? Yeah. Говорят, что перина была там. Говорят, просто они одели этот пластик такой, на нем не очень приятно лежать, а так мягкие очень. Вау. Там страшно. А это, наверное, отдельные каюты были какие-то. Не каюты, а как они? Ну да, здесь... Ванны, душевые, туалеты. So interesting. Oh man. Bone cutter. Oh man. I'm wondering how many bones they cut with it. Yeah. Смотрите, какие здесь инструменты пользуются для того, чтобы людей лечить. Вау, вообще обалдеть. Шприцы такого старинного образца, чтобы перепользовались. Like tooth removal and stuff like that. Yeah, that's what it is. Комната си... See, isolation ward. Danger of infection or anything like that. Somebody sick or... Yeah, изоляционный такой, да, там если вам сильно какую-то инфекцию поймали или еще что-то, чтобы вас обезопасить от других. Вернее, других от вас, туда вас засовывали, это... Капец. Какой рентген? Это зубы лечили? Дантист, дантист. Вот он рентген делает. Где? X-rays, no? No, это все этот... А, вон, да, X-ray делает, да. И дантист тоже, видишь? Да, дантистский этот рентген, вон он.
goes right back where we were. And there should be a... Hold on, where... Or just keep going up. Huh? No, no, no. Let's go. I'll show you the place where we're going. There's another stairwell. Yeah, there's a stairwell going down. But you have to go into your ammo place first. Yeah. Yeah, take a left. Лёх. Лёх. Сюда. What is it? Oh, look at this. You're bringing up and down the... Смотрите, это как они загружали этот, как его? Заряжали пушки. Вот пошла это вверх. Africa. This stairwell I'm talking about. I don't know if fat boy can get around there. Ah, come on. I gotta turn sideways. Да, это какие-то эти, кто его знает, что тут для чего, какие-то заряды. Вот это вот, этот, как он, включатель, ребят, это включатель, еще 500 лет простоит, ему ничего не будет. Не то, что сейчас делают, вот это вот, обалдеть. Да, маслом таким, старинным каким-то маслом. Ну такой, я вам скажу, не едкий, ничего, запах очень прикольный. Так, это 16-й. Let's go this way, right? And then we go up. Да, тут уже посильнее маслом каким-то воняет. Все уменьшаются и уменьшаются проходы. Вот здесь уже конкретно маслом. Чё так мало света здесь, а? Какие-то станки стоят. Всякие включатели, всякие управления. Обалдеть, просто обалдеть, мужики. Ужас. Очень интересно. Все такое прикольное, старинное. Ура, мы нашли двигатель. We were right there, we just didn't quite make it. Кошмар, тут проход такой. Мне было бы тяжело тут работать. Let's start this thing. Давайте заведем его сейчас. Что-то где-то там когда-то крутилось. Ключик такой небольшой. Small wrench. Yeah, it's really small. как же тут прикольно. Шестереночки. Нехилые. I'm wondering, it wasn't using, what was used? What's that? What engine was like? It was on the coal or what it was powering? Fuel, what kind of fuel? Well, I would think it had been diesel fuel, wouldn't it? You think so? Not the coil, you know, like... Yeah, I don't think it was coal at that time. It's not that old, huh? Or you mean it's older than I'm thinking? Right. Там еще ниже что-то есть. Кошмар, это все надо было как-то собрать, как-то провести, закрутить. Не ошибиться еще. Can you imagine you have to assemble this thing? Представьте. Это просто... Я не знаю, на чем он работал. What? Че там? Да-да? Представьте, кто-то все это дело собирал. Я вообще не представляю, как это можно было вот эти...
все это закрутить, все собрать, сделать, рукомойничек или чай, я не знаю, что это такое было здесь. Так прикольно все, ребята. Вот люди жили. So there was steam. So there was steam? Yeah. So он пришел to use coil. Right. Получается, он работал на пару. Deserves your gauge for the steam pressure and all that. Вообще камера не ловит ничего. Все темно сильно, к сожалению. А, я вообще снимаю, ничего не видно, даже в камеру не смотрел. Вообще ничего не... Тут столько всего интересного, ребят. Сейчас я включу, может быть, фонарик. I should have took my flashlight. Надо было фонарь здоровый с собой взять, что-то я прогнал. Смотрите, какие такие всякие эти. Включатели. Смотрите, сколько тут снарядов, просто нереально. И они загружали сюда их. Бабах. И полетело. Две пушки, которые выходили наверх. Смотрите, видите? А, они подавались сюда. Подаются наверх. Здесь уже заряжают и шмаляют. Свобода. Свобода. Нормально, кто-то там поет. Dude, that's where I want to go. All the way to the top. Oh, there you go. We can go there. Сейчас наверх пойдем. Пошли, Алекс. Steve, you still alive? Верхняя палуба. Обалдеть. Ребят, размеры просто внушительные. Сейчас мы в эту пушечку залезем. Опа-на! Вот это уже серьезно тут. Это пушечка. Вот это пушечка, ребята. Еще и туда куда-то лезть можно. Куда они смотрели, что они видели? Какие-то датчики вообще. Кучу свет, вообще ничего не видно. Я уже запыхался лазить. Смотрите, какие-то датчики тут раньше были. Капец. О, вот куда смотреть можно. Ну-ка. Да, оно уже все, конечно, это, как вам сказать, сейчас я попробую поймать. Видите, уже стекло там все это. Ничего не видно. Настройки. У нас все двигается, тут все это направляется. А? Excuse us, let me get out, sorry. There's people coming out. Тут всякие. Туда. Вот эту штучку, чтобы смотреть. Ну-ка. Ты сейчас будешь видеть, что на улице. Тут сидушечка. Ничего не видно, Лёх. Вот она, четко видно, смотри. Четко видно? Вообще идеально видно. Ребят, нашли, которые видно, смотрите. Сейчас я вам покажу. Так, как там? О, поймал, так сейчас. О, видите? Палуба видна. Это эти дыры. Знаешь, что такое дыры? Что? Смотри, труба выходит на улицу, там глазки стоят. Что там стоит? Глазки, ты че, глазки видишь? Там внутри стекла, да? Какие глазки, о чем ты говоришь? Вот видишь, сюда смотришь, видишь, труба идет. И вот там вот глазок стоит, ты видишь в этот, на улицу. Там ничего не видно. Ладно, пошли, очень круто. Да, получается, ребят, мы смотрели через вот этот глазок, вот что там внутри стоит. Стекло там.
То есть сбоку, получается, он смотрит вот так вот прямо, настраивает. You have a pre-pass. Is it that good? Oh, wow. Ну-ка. Леха, уйди с экрана. I don't get pre-pass because I'm oversized 80% of the time, so you got to stop anyways. Well, I'm, like right now I'm doing legal, right. You know. Yeah. Наши траки там стоят. Продолжаем достигать своей цели, идем наверх. Класс. Так. А что там за конференц-рум? Капитанская каюта написано. Кабин. Стол. Столы. То есть стол, студия. Nice. This is where the captains are. Yep. В общем, там капитаны собираются. Тусуются, там кушают. Так, а это вниз еще почему-то идет, да? Но мы вниз не идем. Мы всегда идем вверх. А это, наверное, те, кто были на этом корабле. Вау. Капитан или кто они? Ничего себе. Так, идем выше. Это уже точно не из старых времен. Я извиняюсь, что быстро снимаю. Ребят, на шее дверь закрывает, смотрите. Опс, I'm sorry. Тут что-то крутится, да? Прикольно. В общем, сейчас мы этот корабль разберем. Ребят, еще пушку вам сниму. Зарядная. Смотрите, они тут сидели. Стульчик управляли. Еще вот здесь сидели. Ой-ой-ой, ужас. Такие маленькие места. Залазили через такие дырочки. Sorry. Опа. Такая вот эта пушка вот такого типа. Видите? Да. Вот, ребята, нос. Передняя палуба. Перед всего. О, хорошие цепи. Думаю, может быть, мне такие прикупить для лоу-боя. Любой груз можно будет цеплять, и никаких рестрикшенов не будет. Ой, ничего себе. Здесь уже чистый металл, дерева нету. Капец. Надо было все поднять, закрепить. Эти, как они? Якори, якоря. Где тут якорь? А, вот он. Все, вот это самый нос этого крейсера. Все, тут можно фоткаться как Титаник. И вот смотрите, какой вид. Обалдеть. Это серьезная техника. Это серьезная техника. Вот это как раз направлено на наши траки. А, ну. Колясочка для снарядов на гусеницах. В общем, еще чуть-чуть карточки осталось. Смотрите. Военные самолеты, военные эти старинные скорые помощи. Носочек мы походили.
истребители первые. Вау. Кошмар. Гляньте на это. Обалдеть. Что это? Вот это да.